Здравствуйте. Меня зовут Николай Еременко, и мы сегодня будем говорить о нашей грамотной речи, о речи как лучшей презентации. Грамотная речь как способ добиваться своего в любой ситуации. Так называется наш класс. Я научу вас разминаться перед важным выступлением, разминать лицо, снимать лицевые зажимы, разминать речевой аппарат. Учимся быть убедительными в живой речи. Учимся отчленять главное от второстепенного. Привыкаем говорить и рассуждать в нужном темпе. Ведь именно нужный темп дискуссии намного чаще бывает востребованным и бывает именно тем самым ключиком к нужному замку, который нужно открыть. А живая речь поможет и услуги продвинуть, и товар продать, и в конце концов себя как бренд реализовать. Жду вас на нашем классе.